По статистике ГАИ, за этот год в Магаданской области вследствие дорожных происшествий погибло 17 человек, около 200 калымчан ранены. Причины ДТП разные. Это и неосторожность, и состояние опьянения водителей, но также на это влияет и тонировка, ограничивающая видимость. Порой частые рейды ГАИ вызывают недоумение у магаданцев, которые считают, что есть проблемы и посерьезней. Важность таких мероприятий объяснил начальник управления госавтоинспекции ОМВД России по Магаданской области Сергей Шаклейн. Большое количество дорожно-транспортных происшествий произошло с пострадавшими в темное время суток или в сумерки. К примеру, в прошлом году на перекрестке регулируем транспортной Карла Маркса водитель автомобиля Toyota Crown Majesta, затонированный в круг, совершил наезд на мотоциклиста. Мотоциклист в результате столкновения скончался на месте ДТП. Водитель автомобиля пояснил, что не заметил мотоциклиста. Или же на прошлой неделе произошло резонансное ДТП с участием ребенка на пешеходном переходе на перекрестке Горького-Парковая, где водитель автомобиля Toyota Hiace с затонированными стеклами не совершил наезд на ребенка, переходящего с велосипедом, через пешеходный переход. А водитель мне лично пояснил, что не заметил ребенка. Согласно ГОСТу, светопропускаемость ветрового и передних боковых стекол должна составлять не менее 70%. Ограничений по тонировке задних стекол нет. В случае, если сотрудник ГАИ остановит машину с нарушением этого правила, регламент не изменился. В нашем случае сотрудник полиции требует прекратить управлять транспортным средством, имеющим техническую неисправность в виде пленочного покрытия. Даже в том случае, если водитель, а именно нарушитель, понесет ответственность за невыполнение требования сотрудника полиции, требования сотрудника полиции остаются в силе. За невыполнение законного требования инспектора предусмотрено административное наказание в виде штрафа от 2 до 4 тысяч рублей, а также обязательные работы до 120 часов или административный арест до 15 суток. В случае, если нарушитель пытается уклониться от ответственности, ему грозит кара кошельком вплоть до 300 тысяч рублей или свободой на срок до 15 суток. Строгость суда на себе ощутили многие водители. Решение административного правонарушения предусмотрено начальством первой статьи 19.2 УК РФ и назначить ему административное наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. И назначить административное наказание в виде обязательных работ на срок 40 часов. Впредь планируете наносить тонировочное покрытие на свой автомобиль? Да, больше нет, уже понял, что это бессмысленно. В целях обеспечения своевременного рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении одного из водителей избрана мера обеспечения производства по делу в виде административного задержания до 48 часов с его помещением в изолятор временного содержания ОМВД России по городу Магадану. Выявление водителей, нарушающих закон, продолжится, как и рейды по установлению автомобилей с чрезмерной тонировкой. Поэтому проблем можно избежать до встречи с сотрудником ГАИ, устранив темную пленку, не подходящую по правилам дорожного движения. Иван Гусаков, Олег Дудник, Илья Пачин, специально для Карибу.